Привет всем! Вот и пришло время подвести итоги уходящего 2020 года. Этот год, конечно, выдался не совсем таким однозначным, непривычным, как прошлые и предыдущие годы. Большинство людей, конечно, считают, что этот год был очень плохим, неприятным, но есть и такие люди, которые считают, что он выдался для них успешным. И я уверен, что он выдался для них успешным и хорошим. К какому типу относимся мы, для тех, которых год удался, или для тех, которых год не удался? Наверное, к тем, которым удался. Почему? Потому что все цели, которые мы ставили на этот год, мы их реализовали. Жаловаться нам в этом году не на что. Самой главной целью, как вы знаете, кто смотрит за нашим каналом, кто следит за нашим каналом, это было воссоединение семьи. Да, были моменты, когда все валилось с рук, когда не знали, что делать, когда, в принципе, от нас это не особо и зависело, но было тяжело. Но все же главное – это конечный результат, который был достигнут. И теперь мы вместе, это самое главное. Проходим все этапы адаптации уже вместе, в новой для себя стране, и на этом останавливаться не собираемся. Друзья, в новом году и не только мы хотим вам всем пожелать не останавливаться перед достижением ваших целей, это самое главное. Помните, тот путь, который вы выберете, будет совсем нелегкий, он будет очень тернистый, будет множество преград, будет множество факторов, на которые вы не всегда сможете повлиять, но главное идти к своей цели и не сворачивать ни на шаг. У каждого из вас эта цель будет разная. Кто-то дойдет быстрее, кто-то будет идти дольше, но, опять же, самое важное – это тот конечный результат, которого вы добьетесь. Когда вы его достигнете, то получите, я уверен, максимум удовольствия и сможете дальше себе ставить еще больше целей, еще больше новых, на первый вид сложных, невыполнимых задач и будете покорять свой Эверест. При этом всем не забывайте, конечно же, хранить свое здоровье и здоровье вашей семьи. Оберегать, поддерживать и любить друг друга. Ведь это самый главный смысл вашей жизни. Хотим сказать спасибо большое за вашу поддержку, за вашу теплоту, за ваши теплые слова, что следуете нашему примеру, а также используете наш опыт для достижения ваших целей. Хотим поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством, друзья. Увидимся уже в следующих выпусках. В новом 2021 году. Всем удачи и до новых встреч. Ваш Мороз Лайф.